Проект собрал артистов из разных стран, но все они армяне. Оперная певица Джульетта Галастян ради этого шоу специально приехала из Швейцарии. Я исполняю очень интересный музыкальный отрывок, который рассказывает о нашем первом Урарту. Это государство, которое было в IX веке до нашей эры, и на месте которого позже образовалась Армения. И фолк, народные танцы и балет. Подобное многообразие жанров в одной постановке армянский зритель видит впервые.